Доброго времени суток зрителям, своим гостям нашего канала. С вами Росси. Мы продолжаем играть в игру под названием Imperial Glory за Россию на тяжелом уровне сложности. И у нас война, ребятки, у нас война. Сейчас будут кровопролитные просто бои происходить на каждом участке, где стоят наши войска. В принципе, бои, где победа очевидна, я не буду в них участвовать лично, а вот там, где уже под вопросиком, там будем с вами воевать. Так, завершаем ход, и начинается битва. Так, первая у нас это Венеция. 484 на 444 против Австрии. Значит, нет, командовать лично мы не будем. Победа. Конечно, может быть, было бы меньше потерь, но у нас война будет непродолжительная. Сейчас мы с ними повоюем и потом... Легкое сражение. Нет, не хочу лично командовать. Победа. Силезию захватили. Сейчас мы захватим территорию, которую мы нужны, потом быстренько заключим мир, и на этом все. Так, вот, теперь равное сражение. Значит, 327 человек против 465. Да, я хочу командовать лично. Сейчас лично будем командовать нашими войсками для захвата этой области. Сейчас мы быстренько территорию все подхватываем, ну, какие отхватим, какие нет. И быстренько со всеми заключим мир, дабы сделать передышечку. Так, мы должны захватить Венгрию. Эта богатая земля чрезвычайно важна для империи. После этой битвы наши имена войдут в историю. Спустить с цепей псов войны. Правда, наших псов поменьше будет, но ничего страшного. Так, что тут у нас? Нам предстоит уничтожить все силы противника, столь применчиво решившего встать на нашем пути. Эти трусливые крысы наверняка будут скрываться в зданиях вроде этого дома. Учтите, что эту позицию можно атаковать с нескольких точек, даже с противоположного берега реки. Ну, это понятно, хорошо. Это все остальное не важно, потому что мы сейчас будем просто побеждать. Враг также может прятаться в башне. Битва будет нелегкая, но я верю в наши силы столь же твердо, как и в свои собственные. Не подведите меня. Легко, легко. Не подвести, это наше второе имя. Так, начать сражение. Обратный счет до победы начался. До их победы. Мы уже, видите, проигрываем. Значит, у нас есть артиллерия, но здесь артиллерия данная. В принципе, именно эта бестолковая, она стреляет очень далеко, тем более дождь. Негативное условие погоды для войны сейчас. Так, значит, кто у нас тут? Гренадеры, 65 метров стрельба. Так, давайте сразу гренадерами займем позиции. За стенку спрячемся. Где-то чуть вот здесь, где-то, наверное, развернем нашу артиллерию. В помощь, чтобы прикрывать артиллерию, построим наших стрелков. Так, это вы стоите, хорошо. Вам стоять не надо, тоже выстраиваемся. Враг уже там активно уже передвигается. Меня больше всего интересуют их пушки, их артиллерия, для того чтобы быстренько постараться снести ее конницы. Хотя у них количество стрелковой пехоты очень большое, и насколько вы помните, здесь в Imperial Glory очень сильно влияет стрелковая пехота, то есть за один добрый залп в принципе все мои хлопцы могут погибнуть. Ну, я имею в виду за конницу, то есть 36 человек может просто за один залп лечь, просто лечь. Так, ну, пока мы передвигаемся не спеша, делаем ротацию наших войск. Вот, уже мне эти ребята нравятся, гренадеры. Можно попробовать с левого фланга взять две наших конницы и попробовать их раздавить. Мы сейчас так и сделаем. И потом, если все будет успешно, сможем кинуться на пушки. Вот на эти, на гаубицы. Так, они уже занимают для стрельбы позицию. Смотрите, сейчас будет один отряд против двух отрядов конницы. Сейчас будет один залп минус полотряда, в лучшем случае, если не больше. Подпускают ближе. Нет, они бегут. Ошибка. Это их ошибка. Сразу переключаем вторую конницу на пушки. Надо завязать, хотя бы успеть завязать бой, чтобы снести пушки. Потом попытаемся уйти. Уже не уйдем, конница вмешалась. Здесь хорошо. Наши падают. Уводим наших. Не можем увести, к сожалению.
Все готово. А нет, не готово. Давайте, давайте, давайте. Добивайте их, добивайте быстрее. Наши мрут просто как мухи. 19. Ой-ой-ой, как же нас режут страшно. Ёлки-палки. Давайте попробуем сделать такую вылазку. Давайте, давайте, завязывайте. Живите, просто постарайтесь жить. Хотя бы завяжите их в ближний бой, ребят. Вперед, 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 вперед. Потому что здесь стрельба по союзникам тоже работает. То есть залпы вражеской пехоты будут рубить и свою тоже. 3. Так, наши гусары еще один на подходе. Сейчас ударят в спину. Давай, давай, давай. Эти побежали тоже в ближний бой. Хорошо. Хорошо, хорошо, ребята. Сразу, сразу, сразу пытаемся, пытаемся. Пушки, 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 пушки. Вторую конницу сюда. Пока все очень хорошо складывается. Я думаю, будет все намного хуже. Так, все, с пехотой... Ой, с артиллерией разобрались. С артиллерией разобрались. Где там наши... Еще конница. Я думал, будет сложнее, если честно. Я думал, будет сложнее. Ну, пока все очень хорошо складывается. Все. Враг принял решение отступить. Вы победили. Победа, господа. Победа. Очень легкая. В принципе, даже... Даже особо не напрягались, благодаря коннице мы вырубили всех. Но когда так загрузка застреет на половине, это очень меня, если честно, конечно, немножко пугает. Так, враг отступает. Мы можем преследовать. Нет, не надо преследовать, пусть идет своей дорогой. Дальше. Значит, наши потери. 98-368. Отличный, отличный результат. Принять. Дальше. Здесь у нас легкое сражение. Нет, не хочу лично командовать. Победа. 194 на 480. Ну, вырезали всех зато. Далее, Британия. Легкое сражение. Нет, не хочу командовать лично. Победили. Хорошо. Так, после освобождения государства Швеции мы можем покинуть его территорию, чтобы улучшить нашу репутацию. Вы хотите оккупировать? Конечно, хочу, ребят. Конечно, хочу. Так, дальше здесь... Нет, лично драться я не буду. Мы просто заберем. Да, хочу оккупировать. Никого я освобождать не буду. Вот тут плохо. Трудное сражение. Отступить. Отступаем. Не будем терять нашего командира. Пруссия. Поскольку эта война только ослабляет наши страны, государство Франции... да, принять. Франция, готов я с тобой дружить. Поскольку эта война Великобритания, да, готов дружить. А Австрия не хочет дружить, обратите внимание. То есть, все пошли на мировую, а Австрия нет. Что скажет? Ага, ничего никто не скажет. Батавия, Марокко, Тунис... Турция. Есть. Осада город Кипр началась. Хорошо. Из-за катастрофической нехватки продовольствия полковник Долгоруки был отправлен в отставку. Продовольствие сейчас купим. Ай-яй-яй-яй-яй. В Кишиневе начинается. Военная аннексия прошла успешно. Швеция склоняется перед нашей мощью. Ага. И золото, продовольствие. Очень мало продовольствия дали. Очень плохо. Так, срок действия договора оборонительной с Пруссией истек. Великобритания теряет контроль над регионом Швеции, завербованы государством Великобритании. Солдаты этого региона дезертируют. Хорошо. Так, теперь дело дипломатов. Мирный договор. Австрия. Я предлагаю тебе 4000 копеек. Мир. Хорошо. Все, значит...
Венгрия, Богемия наши. С Британией я хочу мирный... А, все, мы, в принципе, больше ни с кем не воюем. Давайте, может, улучшим отношения с Австрией, наверное. Давайте с Австрией дадим их 1500 копеек. Нет, они не хотят. Ну, пошли нахер. Пошли нахер. Так, ну здесь, я думаю, будет победа в любом случае. В любом случае здесь будет победа. Я теперь хочу у кого-нибудь купить еды. У Пруссии, к примеру. Пруссия, даю тебе очень много денег. 7600 даю. И прошу у тебя хотя бы 4000. Ой. Так. Отклонено, да? Да не вопрос. С моим положением готов тебе дать 12000. Хотя пошла ты нахер. Десятка. Хорошее предложение, ну. Нет. Плохо. Очень плохо. Мирный договор. Блин. Что делать? Так, давайте сначала сделаем небольшие здесь ротацию. Но ты просто отступил. Ты молодец, ты боролся до последнего, ты просто отступил. Значит. Блин, как бы так сделать? В общем, ты пока сюда, ты идешь сюда, отдаешь своих бойцов. И в принципе вы, наверное, оба спрячетесь в этот город. Вы мне не нужны. Ну что, ты не можешь зайти, что ли, в форт, что? А, блин, ладно. Так, на территории сидеть не надо, заходите все в этот. Не хочу, чтобы вы тратили еду, которой так нет. Все прячьтесь. Не могу понять, что здесь нету. Военная академия, продовольственные склады. Излишки продовольствия, давайте вам совместные госпитали, начальные школы. Военная академия. Почему здесь это что, не столица была, что ли? Почему я никуда не могу спрятать своих бойцов? В общем, все, по возможности, всех нужно прятать в форты, в гарнизоны, потому что у меня сейчас очень много... Так, возвращайтесь обратно. Сейчас очень много у меня будет дезертировать, распускаться. Очень много людей будет, потому что, к сожалению, у меня нету еды. Не могу я почему-то торговать с Британией, хотя бы я хотел это сделать. Не заинтересованы, понятно, очень плохо. Хорошо, а вы, дурачки, можете? О, уже хорошо, ребята, уже хорошо, голода не будет. Отлично. Готов еще купить. Еще хочу купить у вас еды. Предлагаю еще вам 5000 за 2000 еды. Уже нет. Пересмотреть условия договора. Хорошо, даю вам 6000, ребят. Хорошо. Так, все, немножко вышли нам на 2 хода. Еды пока хватит. Это уже хотя бы радует, что у нас не будет не боевых потерь, скажем так. Что тут у нас? Батюшки, ну тут там не такие битые, перебитые. Что же делать, а? Выходите, ладно, подонки гламурные, выходите. Будем вас укомплектовывать. Надо вас будет перекинуть. Ну, по-другому никак просто. Вам сюда надо будет перекинуть. Так, что тут? Угу. Подожди. Я хочу вас поменять. Значит, вот так. Так, ты с этим битым шито-крыто. Уходи сюда. Дальше. Забирай.
Почему? Я хочу так вот, я хочу сюда дать. Или он не может? Я должен мочь. В чем проблема? Ну, ладно. Хорошо, а если так? А, все равно, видите, все равно не может. Хорошо, нахер их с палками, дебилы. Дебилок с палками оставляй. Уходи. Ты заходи. Так, хотя бы так пока. Дальше. Вас в один объединить. Здесь более-менее нормально. Правда, все биты, но хрен с ним. Так, тут нормально. Здесь такое себе, такое себе. Ты можешь вернуться? Ожидаю подкрепления. Ладно, ожидайте. Завершаем ход. Ребятки, завершаем ход. Пока, я думаю, на политической карте все будет спокойно, никто не посмеет с нами тягаться. Пока так. Ну что там, Египет уже все? Соснули? Военная, да, все. Военная аннексия прошла успешно, Египет склоняется перед нашей мощью. Отныне этот регион будет частью нашей империи, захваченной территории, получено продовольствие 154. Что все такие бедные по продовольствию, я просто в шоке. Это кто? Вы кто? Собственно. Ладно, торговая. Торговая, потому что мы по деньгам просели жестко. Охренеть, тут Австрии вообще куча просто. Обалдеть. Так, продовольственные склады обязательно. Военная академия. Потом, давайте пока местные госпитали. Вот так вот пока все это сделаем. Так, ну что, бойцы, стойте, в принципе. Будете вы, наверное, тут стоять еще долго. Ты тоже, как этот. Мы можем вот так разделить, а потом зайти сюда. Все туда пока заходим. Надо понизить потребление пищи. Что здесь у нас? Пускай будет так. Заходим все сюда. Мы почти уже сделали все. Плюсовое потребление наконец-то. Сейчас потихонечку с этого кризиса выберемся. Вот так вот сделаем. Потихонечку с этого кризиса выберемся. Так, пропускаем ход. Точнее, завершаем. Не пропускаем. Немножко сейчас поднимемся до... Поскольку эта война только ослабляет наше... Ага, Великобритания. Хорошо, принять. Договорились. Мир, дружба, жвачка. Своей территории я от тебя получил, поэтому ты мне больше пока не интересно. Я считаю, это был такой хороший ход. Очень хороший. Только единственное, не могу... В связи с нападением на Казахстан Великобритании нам объявляют войну следующие страны. В смысле? Мы же только помирились, ребят. Мы же только помирились. Мы ни с кем не воевали. Что вы? Что вы? Давайте все мириться. Батавия, Франция, Австрия. Давайте мириться. 2700 ты хочешь? Я тебе даю 3000. Отказалась. А, пересмотреть условия? Хорошо. 3500 тебе даю. Все, это самое главное, чтоб соседи. А на Францию я вложил большой и плотный. Значит, здесь что? Я не понимаю, почему здесь у нас считается как спорная какая-то территория. Блин, придется все равно выводить, как бы не хотелось. Придется выводить войска, усилять. Придется. Вот так придется сделать, потому что не хочу, чтобы они резко на меня напали, а я был к этому не готов. Британия, хотя у нас же мир, дружба, жвачка. Вы знаете, Британия, может сейчас вот зайти, лупануть вас просто вот сюда, вот так вот, как бы с этого, со Швеции, как бы зайти и просто как бы раскрошить вам лица за вот эти ваши непонятные многоходовочки. То есть вроде как помирились, тут вы опять воевать хотите. Но это просто будет избиение ребенка, ребят, ну... Вы, наверное, хотите, да, чтобы я этого сделал? Да? Ну, давайте я сделаю это. Ребят, не вопрос. Давайте. Даже, в принципе, я двумя этими могу. Ладно, пока не будем. Подождем еще ход. Я просто дам им возможность исправиться.
Так, Франция деньги дает, хорошо. Франция делает правильно. Франция молодец. Хоть она далеко находится, но она со мной все равно пытается мириться. Вот, правильно я сделал, что я прикинул войска. Легкое сражение. Давайте, наверное, я накажу их лично и на этом закончим это видео. Но в следующем видео будем продолжать наказывать их дальше, потому что вижу, Британия по-хорошему не хочет. И моя тактика по поводу того, захватить их пару территорий и отойти в сторону, не получилось. Враг пытается оспаривать у нас богатые земли Богемии. В одном генеральном сражении определиться, чья армия сильнее и кто будет править этим предстоящим краем. Как видите, сегодня будем сражаться на открытой местности. Имеющих в нашем распоряжении должно быть достаточно, чтобы при грамотном маневрировании мы обратили врага в бегство. Победа будет за нами. Хорошо. Я согласен, победа будет за нами в любом случае. Сейчас мы просто их накажем разочек, и нормально будет. А давайте быстрее там. Супер, классная территория. Бомба. Начать. Так, обратный отсчет начат. Ну, где там эти клоуны? Ну, тут придется стрелковая пехота решать вопросы. В принципе, у них конница и пушки. Конница и пушки, конница и пушки, колотушки. Так, кто из вас? 65-75. Егеря. Егеря. Давайте выстраиваемся сюда. Будем сейчас готовиться к битве. Сейчас мы егерей повыстраиваем. Такое своеобразное защитное построение. Нет, так далеко не надо. Вот тут на горе. Вот. Поставим им всем, в принципе, поставим им разрешать огонь сразу. Что тут у нас гусары? Гусар немножко переведем, потому что я неправильно егерей здесь расставил. Вот так. Ну что, ребятки, ворваться на уланов в бок, скажем так, и обойдем по-быстренькому сюда и ударим их еще и сзади. Ну или сбоку, не имеет значения. По идее, мы должны их сейчас будем покрошить. У нас все-таки чуть больше конницы. Не сильно, что-то мы их крошим, но... Так, а где остальные архаровцы? Что-то я их не вижу. Вы где там? А, вы хотите с этой стороны идти? Ну, похвально, похвально. Тогда мы вас перестроим, ребят. Все, справились, умнички. Отходим. Отходим тогда. Немножко сделаем ротацию в ротацию. Ну, как бы перестроимся, кораблёчек. Так, перестроиться в колонну. Передвигаемся на ту сторону. Так, вы у нас колоннами построены. Хорошо. Давайте вот этот битый отряд тоже туда отправим. И вы, наверное, хлопцы, туда потихонечку. Ваши солдаты побеждают. Ну, понятно, что вам побеждают. Это же красавчики, понятно, что не побеждают. Сейчас мы перебросим наши войска через реку и, ну, через замерзшую реку. И ударим их еще в спиняку. Пока пусть подходят. Наши солдаты готовы. А, вон еще что у нас. У нас еще там пушки, завитушки есть. Хорошо. За короля Отечества, это то есть за меня. Давайте. Давайте, а вы сюда потихонечку. Хотя надо было наоборот, надо было основную толпу кинуть на пушки, а этих пятерых на... Ну ладно. Ну, точнее, основную толпу на пехоту, а этих пятерых на... Хотя мы быстренько разобрались. Но куда вы все бежите, ребят? Что-то не могу понять, что.
Не будете оставаться у нас на праздник? Ну что вы, ну? Ну что вы? Ну ладно, тогда так по-глупому сделаю. Сделаю тогда по-глупому. Чего вы тут еще их дольше, долго так режете? Надо активнее, ребят, активнее надо. Давайте немножко ускорим, наверное, бой. Опа. Ребята решили стреляться. Бегом, 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 бегом. Залп. Отлично. Огонь. Перестраиваемся в шеренгочку. Будем стрелять отсюда. А вы шеренгочкой отсюда стрелять. Бегом, бегом, бегом. А, все. Он просто принял решение бежать. Жаль, я вот так уже собрался там. Тактику свою включать великую. Так, загрузись, загрузись. В Imperial Glory всегда есть такой шанс, что ты можешь после битвы не загрузиться. Загрузочка прошла. Кстати, ребята, если выбивает совместимость с Windows XP, и вот вам. Так, враг отступает. Нет, бежать за ним не будем. Пусть идет своей дорогой. Принять. Сейчас еще, наверное, будут на... Хотя не будет. Усиленная там у нас была ситуация. Мы войска там наши усилили, поэтому не нападут. Батавия. 7000 дает. Хорошо. Давай дружить. Так, продовольственные склады построены. Что тут у нас? Тут у нас все строится. Фермы. Обязательно фермы мне надо. Очень надо фермы, потому что очень надо еда. Сейчас еще этот кусок захватим, и в принципе, наверное, будет мир, дружба, жвачка. Первое. Местный госпиталь. Ну давайте. Давайте местный госпиталь. Здесь что у нас? Поля. Обязательно. Я теперь по еде очень сильно переживаю. Очень сильно переживаю. Что у нас здесь? Пушки. Еще там гарнизон какой-то, да? Можно попробовать сделать, так сказать, рывок вот этими войсками. Вот этими ребятками. Тут мы подстрахуемся, если надо будет, я думаю. Давайте. Бить, так бить. Правильно? Воевать, так воевать. И еще так, на верочку мы сейчас, если что, кинем им как подкрепление. Вот так. Во. Будет использовано как подкрепление. Все, завершаем ход. Значит, здесь у нас гарантия победы. Равное сражение. Очень интересно. Ну, давайте. Раз равное сражение. Почему-то я думал, это будет легкое сражение. Но, возможно, они потянули войска, я не обратил внимания. Может быть, и такое. Сейчас холодный ветер пронизывает вас до костей, но не волнуйтесь, скоро вы согреетесь в пылу битвы. Согласен. Что это будет? Битва за маяк? А, нет, просто камера так загадочно летела, думаю, что типа... Вы должны уничтожить противника, это ваша главная единственная задача. Очистим Норвегию от ее жалких защитников, отправьте их в Вальгаллу. Вот это я понимаю. Отправляем их в Вальгаллу. Русские отправляют в Вальгаллу. Все правильно. Начать. Я думаю, мы все можем подойти немножко ближе. О, ну не, красивенькие они, конечно, такие. Смотрите, вот это Швеция точно была. Потому что нету такой формы. Пушки. Блин, жалко, что сейчас у меня нету пушек. Вот это реально очень плохо. Очень плохо. Как бы сейчас один залп по этим дурачкам в здании, и они бы там все оттуда как говно бы повылетали. Я немножко ускорил. На X4, если быть точным. Пока наши подойдут. Я даже думаю, можно занять позицию за мостом. Вот так вот даже.
Интересное сражение будет, ребят. Очень интересное. Кстати, ставьте лайки, дизлайки. Очень приятно, что Imperial Glory не отпускает вас, и вы всегда за ней все следите. Постоянно это, наверное, единственное видео по этой игре, которое набирает больше всего внимания, комментариев, лайков и дизлайков. Еще чуть ближе хочу. Понижаем скорость битвы до нормальной. Так, ну что, значит, вас пока отводим, вы все перестраиваетесь. Вот интересно, как они перестроятся, нормально или как молдаване? Хотя вроде мы их с Молдовии не набирали. Нормально, практически. Кто-то нормально, кто-то нет. Так, вы, наверное, шуруйте туда. Так, 75. Меня интересуют хлопцы, которые по 75. Это вы, да? Давайте. Раз это вы, выстраиваемся. У них 70 плюс 10, у них вообще 80. Ну, это, конечно, да. Здесь наша конница не зарешает. Ну, по крайней мере, попробуем зарешать. Хлопцев пока трусцой. Вот этих легкую пехоту попытаемся зарешать. Хотя у них выстрел, блин, они так бодры и горячи, скажем так. Они готовы с нами сражаться. Хоть их и меньше, но не готовы умирать за свою королеву. Ну ничего. Даже если мы эту территорию не возьмем, то мы изрядно их потрепаем. Вперед. Они сейчас могут вообще поломать все свои строения и начинать с них выбегать, потому что это компьютер, и он бежит. Все почему-то вылазят со зданий. Наверное, готовятся к стрельбе. Возможно. Но это не точно. Это наш час. Трусой вперед. Эти готовы. Возможно, кстати, мы опять сейчас конницы всех зарешаем. Но это не точно. Готовы. Давай туда. Опять наша конница всех решает. Не знаю, почему он выбежал. Как бы сложный компьютер и вот такие его делают затупы. Интересно. Очень был только что интересный поворот. Вы передумали? Атакуйте. Хорошо. Атакуйте в спину. Я не понимаю, почему они ссут, эти казаки, так. Просто не понимаю. Вас больше, берите, бейте их, да и все. Может, они правильно построение, конечно, используют, я не спорю, но преимущество явно на нашей стороне, почему бежать. Ну, все, это победа. Все, прекратите стрелять по своим же. Опять я с помощью конницы порешал, даже мы стрелковые не выстрелили. Мы победили. Победа, ребятки, территория наша. Теперь имеет смысл кидать им союз. Точнее, не союз, а перемирие. Знаете, как в песне Виагра, типа, я хочу перемирие. Ну и так далее.
наша. Принять. Теперь здесь боевочка прошла. Легкое сражение. Ну, понятно. Нет, не будем мы. Принять. Сейчас Британия может пойти в ответ. Австрия, Пруссия молчат. Франция молчат. Британия. Ход Британии. Великобритания, принять. Сами предложили мир за 9 тысяч. Еще 9 тысяч подняли. Нормально. Уводите свои войска отсюда. Это не ваша война. Мы в плюсе. В большом плюсе. По еде, я имею в виду. Что так, в результате мы получим регион Норвегии и Саксония. Это не может не радовать. Швеция. Хорошо. В Норвегии. Почему-то не могу построить поля, наверное, они уже есть. Местные госпитали, лесопилку обязательно тогда. Здесь у нас битые, перебитые хлопцы наши остались. Обратите внимание, такая каша, и поляки здесь, и наши русские, все здесь, короче. Так, что мы делаем? Я хочу оставить себе более маломальски полные отряды на территории. Здесь давай мы сейчас с тобой поменяемся. Вот так вот сделаем. Так, так, так. Вот тут что у нас? Тут очень битое, мне очень не нравится. Очень, конечно. Так, выходи, настоящий полковник. Пойдешь сейчас с этими хлопцами. Наверное, ты тоже. Вот так вот сюда пойдете. Пока, пока. Потом мы выведем один отряд целый. Обязательно пополним наши ряды. Так, кто тут пустой? Ты пустой? Прячься. Вы собираетесь... Нет, я хочу зайти сюда. Вот так вот сделать хочу. Не надо мне пока войны. Пока нам нужно восстанавливать наши силы. Здесь что у нас? Тоже такие вот эти битые-перебитые. Блин, я тут не люблю вот этого всего. Современные госпитали. Не люблю я вот этого всего. Вот так вот, ребятки, у нас такая вот серия получилась. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. С вами был Росси. Всем до скорой встречи и пока. Пока.